Эй, всем привет, друзья! Меня зовут Шет, и добро пожаловать в игру We Happy Few. Сейчас день четвертый, 5 часов утра, и я с раннего утра пойду попробую добраться до того города пчел, точнее, до дерева пчел, и попробую найти костюмчик для того, чтобы собрать мед. Да, я наиграл в эту игру, на самом деле, уже почти 2 часа, и это, ну, как бы, учитывая, что я записывал ее гораздо меньше. И, блин, она прикольная, играть в нее реально интересно. Это альфа, и поэтому я видел отзывы, что от голода здесь подыхало очень большое количество людей, и с балансом здесь пока большие проблемы. Но разработчики рано или поздно, я думаю, это все пофиксят и изменят, может быть, и там поправят и так далее. Вот. Вроде как ночью тут на улицах может быть опасно, но я пока не видел никаких проблем. Разве что туман, жителей нет, все спокойно, все чинно, мирно и, блин, ночью только и можно здесь ходить спокойно. Вот. Так. Пчелы, биз, это вон там. Значит, нужно обыскать окрестные дома. Вау, какая красивая луна. Шикарно смотрится. Сейчас обыщем соседние дома. Попробуем найти здесь комбинезон для пчелок. Не знаю, надеюсь, разработчики не упоролись и не сделали этот костюм где-нибудь там в жопе мира, в другом конце карты и так далее. Так, коинбокс. О, кстати, давайте обыщем. Нужен лом. Слушайте, а лом-то я, по-моему, могу сделать. Давайте посмотрим. Джимми Бар. А, нет, у меня не хватает металлических частей. Ладно, попробуем потом поискать. Камень. Окей, спасибо за камень. Так. Чики-чики-пуки. Это у нас, насколько я понимаю, это какая-то Everybody Must Be Stoned. Каждый должен быть обдолбан. Так, внезапно день, и внезапно появились люди. Блин, тупо что они появляются, вот так просто спаунятся, а не выходят из своих домов. Это было бы правдоподобнее и логичнее. Ладно. Так, камень. Не знаю, зачем нужны камни, но давайте их подымем. А это что? Книга. Все, да? О, комод. Пилюлечки. Ну-ка, а тут у нас что? О, еще пилюлечки. И... Инженер! Crafting no longer required to run. Cabin mechanic station. Ага, то есть теперь я могу делать более сложные вещи без использования крафтовой станции. Да. Так, ладненько, что это такое? Чё-чё-чё? Пикап, сувенир. Ладно, сувенир подобрали. Так. Вон там пчелы. Я же прав, да? Да, вот это вот дерево пчел. Окей, давайте вот в этот домик сходим. Посмотрим, что у нас здесь. И можно ли в него залезть. Так. Тут нету прохода. Двери, окна забиты. И что, серьезно, в него что, нельзя зайти? Не, ну это странно. Тут так домов не так много, чтобы делать дома вообще без входа. Вот же елки-палки. Ладно. Кстати, забавно, что я долго бегал, искал дерево с пчелами, а оно оказалось тут совсем рядом. Ха-ха, потому что вот мост тролля. Нужно троллю заплатить пчелами. Металлическая труба. Факов, сама факов. Я попробовал, короче, к этим пчелам зайти просто так, но я боюсь, что они меня просто загрызут, и мне нужно будет с нуля что-то начинать перепроходить. И я бы этого не хотел. Так. Что у нас тут такое? Подождите. Крест, могила. Клара Бен. Окей. Такое ощущение, что как будто это писали хоббиты. Шрифт очень похожий. Ладно. Бог с этими хоббитами. Ну-ка, коинбокс. Нет, без лома я тут не пройду. Слушайте, а вот здесь залезть могу? Давай, так, хоп-хоп. Давай, братишка, ну давай. Братишка, залезай. Блин, вот глупенький какой. Не можешь залезть здесь, ладно. Давайте удалим жажду. Бульк-бульк-бульк, классно. Нам бы еще голод утолить, но я пока не знаю, чем я могу его утолить. Так. Что у нас здесь есть? Давайте попробуем залезть в этот дом. Видимо, в нем я не был. Учитывая, что он заколочен. Ее Джимми Бар брок. У меня же не было Джимми Бара. Какого хера он у меня брок? И ладно. Окей, игра. Без вопросов. Привет, Бобен. Да-да-да, я тоже тебя не знаю. Выходите все, выходите. Мне... Я вам открыл дверь. А теперь я... Так, женщина, уйди, пожалуйста. Женщина, уйди. Я хочу обыскать ваше жилище. Ладно, пойду наверх и наверх пока обыщу. Приветик. Так, меня видно вот так? Нет, тут пусто. Черт. Текс, как в Скайриме нужно это делать. Ладно, здесь что, пусто? Нихера нету. Идем наверх. Ты меня не видишь, да? Ты точно меня не видишь? Ха-ха!
Либо ему пофиг, либо он меня и правда не увидел. Ладно, что у нас там дальше? Слушайте, можно? Смогу ли я перепрыгнуть? Давайте попробуем. Еп! Смог! Ничего себе! И здесь у нас целая куча всяких... Что? Целая куча ловушек, которые прикручены к стулу? Надо куклу, уродливую куклу подобрать. Не, спасибо. Так, какой-то гайд заполнил. Окей. Ладненько. Давайте спустимся вниз. Блин, я, кажется, ушибся, да? Никто не видел? Никто не видел. Супер. Приветик. Слушай, ну у них не было костюма от пчел, да? А, да, видимо, у этих ребят его не было. Ребят, если вы знаете, где найти костюм от пчел, то напишите, пожалуйста. Потому что реально непонятно. Dollhouse, Dollhouse, Abandon House. Давайте вот здесь попробуем вот тут прогуляться. Нам нужно вот сюда пойти. Посмотрим, какие дома у нас есть здесь. И кто у нас есть здесь. Что-то однотипненько. Ни одного дома тут нету, в который можно зайти. Хм, подозрительно. Я что-то думал, что тут с этим будет погуще. Город вообще не населен, какие-то бомжи живут. И куча дверей заколочена. И такое ощущение, что они живут в двух домах. Эх, странненько это, странненько. Потому что, вот видите, тут все просто развалины, развалины, развалины. Чики-пуки. Может, тут что-то есть развалинах интересного? Что это у нас такое? О, стеклянная бутылочка. Окей. Так, я уже люто хочу кушать. Давайте посмотрим, что у нас есть из еды. Пилюлька нет, перо нет, спасибо. Джеркли. О, ну давайте вот это съедим. Ну давай, двойной клик на еду. Все, отлично. Пока сыт. А? Что за фигня? Музыка играет? Ненормально. Это у меня в голове или тут где-то играет? А, это, видимо, там, где-то в той стране. Ладно, не знаю, зачем мне это радио слышать, так что пофиг. Блин, чувак уже устал. Чувак, ты не можешь устать. Слушайте, может, если мы к пчелам просто подойдем, то нам с нами все нормально будет? Не знаю, тут сейва никакого нету, блин, я сдохну, если я... Просто пойду-то и попробую что-то там взять. Господи. Пустой. Но они какие-то стрёмные, большие эти пчелы. Тихо. Ага, они меня коцают, я понял. Так, ладно, давайте сделаем проще. Я не могу найти костюмчик, поэтому попробуем сейчас глянуть. Я могу сделать так, грязный бандаж, фильтрованная вода, улучшенный камень, отмычка. Да, здесь ничего у меня такого нету, что я могу скрафтить. Слушайте, ну... И тут тоже, да? Да, здесь тоже никакого костюма от пчел нету. Давайте просто попробуем вломиться и сейчас посмотрим, сколько там аптечка восстановит. Половину хп, да? Stop the nasty bleeding. Окей. Грязный бандаж. Попить. Пам-пам-пам. Пилюльки какие-то. Vomit from poison. Так, окей. Это если отравился едой. Чу-чу-чу-чу-чу-чу. Давайте попробуем. Давайте, наверное, аптечку юзанем, чтобы у нас сразу... Вот, отлично, хп максимум. Давайте, быстро. Давай. Есть. Мед собрал. И я чуть не сдох. Так, бандаж какая-нибудь херота есть? Hold the bottle, it's hard to breathe. Попить? Нет. Вот, голод, давай. Утоли голод, твою мать. Давай, может быть, это как-то тебя похилит. Power cell, нет. Давай, грязный бандаж. Ну-ка. Чё, как я себя чувствую? Minor damage. Ну, короче, ну, легкие повреждения, по идее. Minor. Это же слабые. Только я, конечно, сдохну сейчас. Надеюсь, что нет. Может быть, пилюльку Джоя давайте схаваем. Оу! Ничего себе! А с Джоем-то все гораздо веселее. Ну давай, пожалуйста. Я такой иду, такой довольный. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Блин, пожалуйста, не умирай только, чувак.
Я тебя похиляю, ты выживешь. Давайте глянем, где у нас там, где наш дом. Направо и до конца, окей. Ой, мы бежим такие, птички, бабочки, привет. Ладно, окей, ты наркоманище. Но все вокруг стало гораздо прикольнее. Ладно, сердце пока бьется, это хорошо. Давайте попробуем до дома добежать, может быть, реально нас это все спасет. Давай. Так. Просто нужно похиляться, Вон тут где-то мой дом, все хорошо. Я дойду до дома и буду доволен. Буду счастлив. И, конечно, я соберу цветочки розы. Так. Так, я живой. А теперь я просто лягу поспать. И все со мной должно быть хорошо. Да, я выжил. Охрененно. Окей. Так, заткнись, долбанный телевизор. У меня, конечно, с хпшечками все крайне плохо, но... тоже неплохо. Что он сказал, я чуть не понял. Ладно. Сейчас у нас час ночи. Час ночи, но давайте попробуем поспать до утра. Может быть, хпшек станет больше. О, хпшечки стало еще больше. Клево. Супер-пупер. Обыскать. О, тут что-то появилось. Ничего себе. Я могу даже что-то скрафтить, правильно? Джимми Бар. Могу теперь скрафтить и откупоривать те ящики. Ладно. Пойдем, короче, отдадим. Отдадим мед тому чуваку, который там сидит на мосту, тролль такой. И давайте, ну, грибочек, давайте съедим. Пожрать надо все равно. Я отравился. Ну ладно, у меня есть таблеточки от отравления. Опля. И все, я больше не отравлен. Супер-пупер. Окей, нам нужно вот этот мост. Погнали. Ту-дум-ту-дум-ту-дум. И по пути, кстати, можно было бы попить. Стоп, вот тут где-то вода. Во-первых, вода, а во-вторых, вот эти вот цветы розы тоже надо собирать. Так, вода. Ам-ням-ням-ням-ням. Все, супер. Попили, поели. Ну, а теперь мы полны сил. Почти живы. Чуть не сдохли еще, но мы, в принципе, живы. Неплохо. Пойдем сейчас покормим тролля на мосту. Слушайте, а Джо, это прикольная тема. Не знаю, он нам пригодится где-то или нет, но можно его использовать в случае чего. Может быть, я именно из-за него не сдох сразу. Интересно. Ладно, так, цветочки розы. Нам нужно их больше. Давай-ка. Я, кстати, могу сделать уже аптечку или еще не могу? Давайте посмотрим. Dirty Bandage, Basic, вот здесь. Вот, Healing Balsam. Аптечка, нужен бандаж и Healing Balsam. А, то есть, вау. Подождите, а Healing Balsam, он меня просто так похилит? Так, Healing, где? Healing Balsam. Где я его сделал? Алло. Где Healing Balsam? Это мед, это не то. Походу, Healing Balsam здесь нету. We'll never get them back, will we? Самое забавное, что походу этот Healing Balsam, он просто как ингредиент используется. Окей, ладно, давайте скрафтим. Все, у нас два есть, и теперь бандаж нужен. Dirty Bandage, и обычно бандаж делается из алкоголя, елки-палки. То есть нам бухлишко надо находить для того, чтобы скрафтить себе хилку. То есть даже цветы можно не собирать так много. Забавно, ладно. Так. Ну где найти алкоголь, я пока хер знаю, поэтому пойдем просто на мост покормим тролля. Так, братишка, мед надо? Да. Вот наш мед, который я не стал есть. Я его специально для тебя приберег. Квест выполнен. Слушайте, а могу сюда подняться? Блин, я хочу к нему пройти, но тут колючая проволока, я боюсь, что она меня будет коцать. Да, я пробаться не могу. Ну ладно, теперь зато он меня будет всегда пропускать. Здорово. Так, посмотрим, что у нас здесь. О, это отвратительно. Че-че? Это у него цветочки такие? Или грибы? Не знаю, давайте обыщем его. О, я заражен. Плагует? Блин, я заразился какой-то херней. Make you tired until it kills you. Блин, ты серьезно? А эта хилочка мне поможет? Что-то я думаю, что нет. Слушайте, мне надо срочно сделать, видимо, аптечку. Блин, обыскал чувака и заразился какой-то херотой. И пилюлька мне вряд ли тоже поможет. А это что?
Clean the door, perception said placebo. Placebo не, мне не подходит плацебо. Пара-па-пам. Давайте попробуем. Может быть, она меня вылечит? Нет, пилюлька меня просто не вылечила. О! Новая локация. Клево. Вот фигово, что меня что-то будет убивать, пока не убьет. Это нехорошо. Нам нужно, мне кажется, срочно сделать аптечку. Может быть, она меня спасет. Блин, заразился дерьмом каким-то. Это вообще, это как Plague. Ну, это реально, ну, заражение. Как Plague Inc. Make you tired until it kills you. Make you tired, то есть делает меня уставшим. Ну ладно, то есть если я, может быть, буду спать и есть, то мне будет нормально, меня спасет все. Так, ну пойдем сразу по квесту. Может быть, там будет какая-нибудь хилочка. Рецепт какой-то, дротик. Рецепт дротика разблокировал. Окей, да будет так. Для чего мне нужен, тоже пока не знаю. Ну-ка. Да, я вот хочу уже спать. Блин, почему я хочу спать в час дня? Это херово. Но нам в любом случае нельзя. Нельзя будет до самого низа опускать полоску усталости. Я надеюсь. Иначе я сдохну. Игра становится все тяжелее. Ладно. Че у нас? Сюда нам нужно, да? Это что у нас там? Так, да. Ну, узнать, кто выиграл. Такс. Пообщаться с Геральтом. Геральт, это ты, да? Ты что-то стал хуже. Ладно. У меня не было. Я даже не знал, насколько здесь херово. Люди порабощают нас, если я все правильно понимаю. Тебе нужно увидеть глаза. Ты что-то поможешь нам? Не трогай его. Просто от... Он ужасно голоден. Так, ладно, он, короче, голодный. Ну и что дальше? Братишка, кто выиграл Саймон? Саймон Херайман? Скажи мне. Скажи мне, я пойду отсюда. Так, тролля покормил, это понятно. Но вот это вот, блин, чё-то он ничего мне не хочет говорить. Привет. Sometimes I wish I knew you well, and I could speak my mind and tell you. Maybe you'd understand. Mind the side effects. Oh, there's a big one we don't mention, isn't there? Слушай, женщина, скажи мне просто, кто выиграл эти сраные... это сраные, блин... Это мероприятие, не знаю, ну серьезно. То есть, походу, нам нужно помочь им. Come back to the camp at night. Прийти ночью сюда. Ладно, нужно, то есть, помочь им выполнить их какое-то задание. И они мне скажут, кто выиграл. Хорошо. Ладно. Мне для этого нужно будет сейчас... куда это я провалился? В текстуры? О, прикольно. Люблю провалиться в текстуры. Серьезно? Серьезно, провалился в текстуры? Да вы обосрались, что ли? Серьезно, ребят. Эй! Эй, эй, да вы гоните. Ну как, это же хардкорный режим. Я не могу просто так взять и провалиться в текстуры. Эй. Так. Все веселее и веселее. Так, давай, давай, ну вылезай. Ну, братишка. Я не знаю, что мне делать, фак. Зачем я сюда полез? Как так получилось? Во-во-во, я куда-то залез. Ну куда я залез вообще? На что я залез? Брат, давай! Ну я не могу так умереть, ну серьезно. Вот, все, я вот свобода, и я застрял. Я застрял в этих странных текстурах. Я пытаюсь хоть куда-то вылезти, ни хера не получается. Вообще просто ничего не происходит. Вот тут он залезает, и все, такой маленький холмик. Я умираю от жажды. Охеренно. Нет, я не буду умирать от жажды. Я выживу что-нибудь, но не умру пока от жажды, по крайней мере. Блин. Давай, чувак, ну вылези ты из этой херни. Ну я тебя прошу, ну серьезно, давай. Не будь говнем. Вылези. Ну вылези ты, ну... Вот теперь я умираю от голода и так далее. Ну, короче, блин. Ребят, это отличное завершение серии. Просто идеальное. Я застрял в текстурах игры и... В хардкорной игры. И я тут умру просто от жажды.
Супер. Ладно, ребятки, на этом давайте закончим, тогда получается, видос. Еще раз начнем сначала, но я думаю, что начнем уже с моста. Я пройду до моста, и там уже мы с вами будем гулять вот по этому райончику. Вот, на этом пока что все. Если вам понравилось видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, вступайте в ВКонтакте, подписывайтесь на Twitter, Instagram. Все ссылочки есть в описании. А мы с вами увидимся в следующих видео. Всем удачи, всем пока!